Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим несколько примеров на сравнение модулей чисел. Предположим, нам надо сравнить модуль числа минус 9 и модуль числа минус 7. Для начала мы выясним, где на числовой прямой находятся числа минус 9 и минус 7. Затем мы разберемся, что представляет собой модуль, а затем сравним значения этих модулей. Есть два варианта решения этого задания. Мы можем нарисовать числовую прямую. Вот моя прямая. Здесь будет 0, здесь минус 7 и здесь минус 9. Если мы берем модуль какого-то числа, это значит, что мы рассматриваем расстояние от этого числа до нуля. И совсем не важно, слева или справа от нуля расположено это число. Например, число минус 9 находится в 9 делениях слева от нуля. Из этого следует, что модуль минус 9 равен 9. Значение этого выражения равно 9. А число минус 7 находится в 7 делениях слева от нуля, а значит модуль минус 7 равен 7. И если мы сравним 9 и 7, я думаю, здесь все предельно ясно, то 9 однозначно больше 7. А если вы путаете знаки больше или меньше, то запомните следующее. Если мы посмотрим сюда, то здесь расстояние между черточками больше. Значит, с левой стороны будет большее число. Или, к примеру, запишем, что минус 9 меньше минус 7. Это неравенство также будет истинным. Заметьте, возле меньшего значения меньшее расстояние между черточками. То есть со стороны большего расстояния находится большее число. И наоборот, со стороны меньшего меньшее число. Теперь посмотрите на эти два неравенства. Здесь у нас минус 9 меньше минус 7, но минус 9 расположено дальше от нуля, чем минус 7. А значит, модуль минус 9, значение которого равно 9, будет больше модуля минус 7. Еще можно так рассуждать. Если нам надо найти модуль любого числа, то модуль будет равен положительному варианту этого числа. Например, модуль 9 равен 9, и также модуль минус 9 равен 9. Мы можем это увидеть на числовой прямой. Оба числа минус 9 и 9 будут находиться в 9 делениях от нуля. Вот это число будет расположено справа от нуля, а это слева от нуля. Смотрим еще несколько таких примеров. Допустим, нам нужно сравнить модуль 2 и модуль 3. Модуль положительного числа равен самому этому числу. 2 находится в 2 делениях справа от нуля. Следовательно, модуль 2 равен 2. И аналогично, модуль 3 равен 3. Как видите, здесь нет ничего сложного. 2 однозначно меньше 3. Все верно, 2 меньше 3. И здесь мы можем также поставить знак «меньше». Модуль 2 меньше модуля 3. Предположим, что нам надо сравнить модуль минус 8 и модуль 8. Используя первый вариант решения, мы можем сказать, что оба числа находятся на одинаковом расстоянии от нуля. Но минус 8 расположено в 8 делениях слева от нуля, а 8 в 8 делениях справа от нуля. Оба эти модуля равны 8. Модуль минус 8 равен 8 и модуль 8 равен 8. Значит, здесь мы можем поставить знак «равно». Давайте сделаем еще один пример. Допустим, нам надо сравнить модуль минус 1 и 2. Модуль минус 1 равен положительному варианту данного числа, то есть 1. Итак, модуль минус 1 равен 1. Очевидно, что 1 меньше 2. Значит, и модуль минус 1 меньше 2. Вот и все. Думаю, что вы во всем разобрались. До свидания.